Да, давай тут. Камеру, камеру. Боже мой, какие люди, господи. Здравствуйте. Что ты как-то держи? Что ты как-то держи? Держи быстрее, короче. Сейчас народ выйдет. Чего спрыгнул? Держи. Родин. Проходи, проходи, проходи. Ну вот, это я здесь кардинал маленькой назвали. Компромат. Нормально. Компромат. А теперь третий, потому что он не смог. Ну пошли. Все, Боря, давай вперед, веди. Здорово. Зяненький. Давай. На погрузку. Живут здесь, на территории Сенцовской волости, пардон, я сегодня как-то могу привыкнуть к изменениям в нашей политике. Прекрасно знаю, что в лесах, которые хранят в себе тайны войны, огромное количество солдат наших лежит незахороненными. За этот день, который вот прошел сегодня, я считаю, что многие вопросы, которые задавали местные жители нам, они сняты. Особенно я хотел бы поблагодарить тех взрослых, которые присутствуют в зале, за то, что у вас такие классные дети. Сегодня вот до вас с 3 часов мы показывали фильм ребятишкам, школьникам. Это где-то 2-й, 3-й класс. Те, которые сейчас занимаются в лагере при школе. И дети задавали вопросы, которые боятся задавать взрослые. Дети задавали вопросы не про гранаты, не про патроны, не про винтовки. К сожалению, эти вопросы в основном интересуют взрослых, что мы там находим, такое железо. А ребятишки задавали вопросы, ну, к примеру, такие. Почему наше правительство не занимается захоронением солдат? Вот этот вопрос задала девочка, которая в классе в 7-м учится. И ребятишки, вот второклассники, третьеклассники задавали именно такие вопросы. То есть, каким образом мы ведем поисковые работы, откуда взялись эти солдаты, значит, как здесь проходили бои и так далее, и так далее. Мы постараемся сегодня буквально в 2 словах рассказать вам обо всем этом. Мы постараемся дать понять еще раз, что мы не какие-то лишенные разума люди, мы не фанаты. У каждого из нас есть своя работа. Кто-то учится в школе, кто-то учится в высших учебных заведениях. Мы занимаемся разными вещами. Поезд для нас стал жизнью. Я даже не знаю почему. То есть, когда задают вопросы, почему ты пришел в поезд, я не могу сказать, что это был там патриотический порыв, или я осознанно тут пошел в поезд. Я не знал ничего к своему стыду. Ничего не знал о том, что у нас есть захороненные солдаты до 87 года. В 87 году я первый раз узнал, что в Новгородской области в районе деревни Мясной Бор полегла практически полностью 2-я ударная армия. И после этого я начал интересоваться этими вопросами. А еще через 2 года я узнал, что во 2-й ударной армии воевал мой дед. И пропал без вести так же. А второй дед погиб под Кирешами. А где
находится его могила, я тоже не знаю. И когда задают вопрос, для чего вы это делаете, я сегодня могу с уверенностью сказать, что я это делаю в первую очередь для себя. Я это делаю в первую очередь для моих отца и матери, которые уже практически не помнят своих отцов. Я никогда не видел дедов своих. И я очень завидую тем, кому повезло, кому деды рассказывали про войну, кто смог потрогать их награды, и у кого сейчас они живы. К сожалению, многие годы те солдаты, которые лежат в этих лесах, которые лежат в лесах под Новгородом, под Киевом, под Курском, которые лежат в степях, которые остались под Сталинградом, которые погибли в морских боях, сейчас покоятся на дне морей, многие из них считались, и некоторыми еще считаются, просто пушечным мясом. Людьми, которые в свое время, ну, сделали свое дело, ну, выгнали немцев, да, все, просто. Положила наша страна десятки миллионов жизней, до сих пор не знаем сколько. И все так, как надо. Ну, погибли мужики, ну и погибли. Но, к сожалению, до сих пор нет того отношения, не только здесь, но и вообще в нашей стране, в памяти о погибших. К сожалению, те люди, это уж так получается, я не хочу, скажем, какой-то упрек там местному или как-то еще сделать, но получается так, что больше о том, что происходит на родной земле живущих ныне здесь людей, знают люди, которые приезжают за тысячи километров сюда. Я сейчас хочу предоставить слово Игорю Ивлеву, исполнительному директору фонда «Поиск» Архангельской области. Он расскажет в двух словах о том, что происходило вот здесь, в Любанских лесах, и, в общем-то, чем мы сейчас занимаемся. Ну, поисковая работа как таковая, это не только копание лопатой, не только шарсами полюсу, это и работа в архиве. Архив Министерства обороны Подольский, многим известный, поскольку очень многие люди посылали туда запросы родственникам, ну и многие получали отрицательный ответ, числится, не начислится и так далее. Валера рассказал о том, что причины, приводящие к тому занятию, которым мы занимаемся, самые разные. У кого дед пропал, у кого там дядька, еще кто-то. И причины, заставляющие продолжать этим заниматься, тоже разные. Хотя материальные трудности везде у всех одинаковые. Но есть еще один момент, который не дает успокоиться, что ли, не дает возможности бросить это дело, именно возможность. Когда есть какая-то неразгаданная загадка, тайна, может быть, какой-то секрет, всегда есть стремление его узнать, что же такое, что происходило, как это все произошло. В данном случае лично для меня и для очень многих из нас такой загадкой явилась вот та ситуация со второй ударной армией генерала Власова. Не секрет, не мудрено, вот, что мы, приезжая сюда, в первую свою поездку услышали от местных жителей о том, что вот, мол, приперлись в Ласточку. А я, так сказать, без всякого сомнения могу вам однозначно сказать, что Ласточка не является. Впервые здесь в 42-м, подчеркиваю, году, не в 41-м, 44-м, 42-м. В году здесь наши войска появились 17 февраля кавалерийской, 80-я кавалерийская дивизия 2-й ударной армии генерал-лейтенанта Клыкова. То есть видите, вот вроде бы как-то уже, да, Власов, Клыков, кто такой Клыков? Никто не знает, а Власова знают все. Вот, потом навалили сюда стрелки, потом танкисты. На Красной Горке, как на острие прорыва, как на острие удара на Любань, находились самые разные части, и Красная Горка действительно стала красной. Мне буквально в этом году пришло в голову, вернее не пришло, как-то уяснилось, что само понятие Красная Горка, Горка действительно стала красной. На том небольшом кусочке земли, который на всех картах рисуется, как, наверное, видели,
поляна там такая здоровая, она рисуется как угодье совхоза агротехника. Так вот, вокруг этого небольшого кусочка на нем погибло около 6500. Понимаете? Представьте общие потери, если примерно статистика военная свидетельствует о том, что убитые занимали примерно 1/3 от общих. То есть около 20000 там общих потерь. Это вот на этом небольшом кусочке. Раненые, обмороженные, больные и убитые. Вот. Сейчас на сегодняшний день вынесено из леса 2760 человек. Говорить о том, что можно вынести всех, ну, конечно, это иллюзорно. Это нельзя так. Ну, это нереально. Почему? Потому что прошло 50 лет. Наросли деревья, как правило, в местах боев деревья растут на том месте, где упал человек. То есть человек дает жизнь новому дереву. И это уже замечено неоднократно, уже сотни раз. Когда приходится иногда, ну что же делать, когда косточки уходят под корни и растащенными корнями человек. И таких случаев, таких совпадений или правил сотни. Конечно, не найти тех, кто сгинул в болоте, кого засосала земля. Конечно, не найти тех, кого разорвало снарядом, бомбой, минами. Без сомнения. Тем более, что земля имеет обыкновение залечивать свои собственные раны тем, что заносит это листвой, травой, падшими бревнами и так далее. То есть иногда просто-напросто 10 человек по одному месту пройдут и ничего не заметят. Бывает так, что одному, я уж не знаю, кому тут больше идет, тому, кого нашли, или тот, кто находит. Вот. Ну, наверное, тому, кого нашли, потому что все-таки 50 лет лежать не шутка. Душа там рядышком летает, никуда не девается. Вот. И поэтому, кому везет из них больше, наверное, все-таки первым. Но тем не менее, 10 могут пройти, даже 20 человек. На толку находим. Понимаете, вот в мясном бару я лично своего первого человека нашел на тропе. От него осталось 3 косточки, ходили по нему, ну, не знаю, сколько. На толку он хорошо был, с медальоном. Мужик, прочитали его, нашли в Северо-Енисейском районе Красноярского края, родственников, жена живая. Не говоря уже о детях там, о племянниках, там, десяток племянников. Бояре на Красной Горке, бояре на Коровьем ручье, у бочки, вообще вот вдоль всей этой линии железной дороги, попыткой прорыва к Любани, именно с этой, с юго-западной стороны, целью, кстати, являлась перехват железной дороги, окружение Любань-Чудовской группировки немцев. Она была не очень большая, но представляла опасность большую. Так вот, всеми этими боевыми действиями лично руководил, ну вот не поверите, кто, лично Иосиф Виссарионович Сталин. Это установлено достоверно из документов Ставки Верховного Главнокомандования. Буквально весной этого года они попали ко мне в руки в архиве, и я смог лично удостовериться, сейчас сделал копии, ребята читали, смог лично удостовериться в том, что та машина смерти, если ее можно назвать, война, та машина смерти здесь была запущена на полную катушку. Здесь людей не жалели. Достаточно сказать, что совершенно незавидная судьба лыжных батальонов на Волховском фронте, который вел здесь бои, их было 44, в каждом 570 человек. Всего 25 тысяч человек. Так вот, в архиве имеются сведения со списком личного состава всего от 2. Все документы по всем остальным лыжным батальонам включают данные о потерях, то есть те, кто убит, те, кто лег, как говорится, полностью. То есть эти люди, эти 25 тысяч человек, все-таки не песчинка, да? Они растворились, как вот вода в песок уходит. Вот откуда у нас 4, почти 4 миллиона без вести пропавших. Они кидались на самые опасные места, потому что считалось, что лыжбатовцы – это отборные люди. Но действительно, туда люди отбирались, старались их отбирать по-всякому. Старались, конечно, поздоровье. Ну, каким здоровым может быть человек в зиму 41-42, когда все говорят? То есть сбору по сосенке получалось. И вот кидают такой лыжбат, который вроде бы отборный, на самый опасный участок,
по пояс в снегу прорыв. Например, вот как сюда, под Киркова, кавалеристы, когда со стрелковым полком 227-й дивизии пришли, их же немцы обложили, как в волках, в его логове, то есть не дали ни за болотницу зайти, к сельцу подойти, ни практически свободно не дали вывести обратно. И комдив 80-й комдивизии, полковник Сланов, значит, тут интересная такая ситуация была, когда разведгруппы попали, несколько разведгрупп вышли на железку между Любанью и Болотницей, вот, то доложили комдиву о том, что железная дорога перехвачена. Комдив, соответственно, отправил донесение в штаб армии Хлыкову о том, что железка перехвачена. На самом деле ничего не было. То есть перехвата и окружения Любани не произошло. Хлыков доложил Мерецкову. Мерецков доложил Шапошникову. Шапошникову не стали. Эта цепочка вся прослеживает этих донесений. Но дальше, так сказать, разведгрупп дело не коснулось, и кавалеристы и стрелковый полк, они фактически были без продовольствия. У них продовольствие в прорыве было на одни сутки. Начался он 26 февраля. И через неделю после 26, то есть 4-5 февраля, в дивизии насчитывалось, вернее, вот в этих силах, которые здесь были, 3500, 50% истощено. И комдив Сланов принял отчаянное решение выводить людей из окружения. То есть он впрямую нарушал фактически, опять-таки, вот хотите верить, хотите нет, прямой приказ Сталина. То есть он, конечно, нарушал приказ Клыкова, но через Клыкова Мерецкого, через Мерецкого Шапошникова, через Шапошникова Сталина. Потому что того было. Не проверили, и плюнули, махнули рукой. Комдива Сланова отдали под суд. Отдали под суд за то, что он не выполнил приказ по инстанции. Вот. Но Клыков, командаром Клыков, Николай Кузьмич, генерал-лейтенант, он его прикрыл. Он дал ему 261 человек, такой специальный маленький отрядик. И вот на Красной Горке, в числе других, десятка других частей, он пытался наступать. То есть, когда к нему пришел приказ об аресте Сланова, Клыков отделался тем, что наверх отправил отписку, мол, Сланов выполняет ответственную задачу. И прикрыл. А потом нашелся честный прокурор, военный прокурор, который, разобравшись в этом деле, оказалось, что был прав абсолютно комдив, и о том, что решение принималось коллегиально, мол, не только он, и комиссар, начальник штаба. Короче, основания для возбуждения уголовного дела не имеется, вернее, для продолжения. И его закрыли. Сланов остался живой. Сколько вот таких полковников, генералов, которые выводили людей из окружения, которые ценой собственной головы нарушали приказы, сколько таких людей постреляли? 29-30 марта фактически наступление здесь на Красной Горке закончилось. Армия выдохлась. Только была еще одна попытка 3-7 апреля в районе Малой Бронницы, Дубового и Коровьего ручья, это 92-я дивизия, 46-я, 259-я, прорваться еще раз на коротке к Померанию, к железной дороге и попытаться выполнить приказ Сталина. Ну, дальше Тигады они пройти не смогли. 254-я пехотная дивизия немцев здесь, наверное, многие были на восточном берегу Тигры, блиндажи там натыканы через каждые 100-150 метров. Пройти через такую оборону, когда вдоль Тигры с западного берега имеются огромные эти пустые поля, которые сейчас под сенокосами, которые заминированы, которые с колючкой там, с всякого рода ловушками, сами понимаете, невозможно. Вот они и гибли сотнями. 191-ю дивизию, например, 1 апреля, дурацкая дата, 1 апреля прибыло пополнение 400 человек, а 2-3 апреля, значит, 232 убитых и 160 чем-то раненых. Все 400 человек и вышли. Вот так вот воевали, так наступали. И все, здесь затихло. 16 апреля армию принял генерал-лейтенант Власов. Армия была фактически в окружении. Первое ее окружение началось 19 марта. Подчеркиваю, 19 марта. Он
только-только прилетел в распоряжение Волховского фронта, командующим Волховского, заместителем командующего Волховского фронта. И только 16 апреля его поставили командующим. Ну, тут была перетасовка, тут были перегруппировки всякого рода, но армия больше не наступала. И занималась больше тем, что совершенствовала оборону и готовилась к выходу. 24 мая был последний день, когда наши войска находились здесь. А потом, драпали, почем свет стоит. Правда, слово «драп» скорее применимо к беспорядочному убеганию. Вот здесь нужно отдать должное как самому Власову, так и его штабу. А штаб фактически это мозг и сердце армии. В данном случае будет работать хорошо командир, но будет работать плохо штаб. Командар мог продержаться недолго, башка его слетит. Вот. Штаб тут тоже очень хорошо работал. Были подготовлены промежуточные рубежи, и войска уходили вот отсюда, с линии бывшей железной дороги, планомерно. То есть одна часть прикрывает, другая, которая рядом с ней стояла, волной уходит на рубеж прикрытия. Эти пока сдерживают немцев, потом, ну, короче, вот так, ступенькой. В результате, можете себе представить, за время этого драпа, ну я просто, наверное, сильное слово применил, но все-таки, за время этого отхода потеряли всего лишь 100 человек, вся армия. Вот вам и беспорядочность, вот вам вроде бы как. То есть это было вменено тоже в вину генерала Власова. У меня, так сказать, не цель его оправдать, а цель просто вам рассказать, что происходило. И потом, когда уже, конечно, немцы подтянули все, представьте, та огромная бутылка, которая была, которую занимала вся армия, она сократилась примерно в 5 раз. Ну, соответственно, те же самые силы, которые вокруг этой бутылки немецкие находились, они теперь в 5 раз более меньшем расстоянии находились. Соответственно, находить уязвимые места и бить туда наверняка было гораздо проще. В момент выхода из окружения под Мясным Бором, фактически с 20 июня по 26, это всегда вопросы эти задаются, почему это произошло, и почему те, кто полег под Мясным Бором, и вообще второй удар называют Власовской армией, почему это все? Власов и военный совет не стали выходить из-за того, что попали под заградительный огонь нашей собственной артиллерии. В течение последнего месяца июня 42-го, голодая, последние 3 дня перед выходом не было вообще ничего. Если учесть, что по маковой росинке в течение всего месяца, 50-70 грамм сухарей, как ветераны рассказывают, то считайте, что это не еда, это весь месяц голодный. Это представьте, после такого голодного месяца, после всех этих лишений, страданий, передряг и прочего, ты выходишь из окружения, а по тебе лупит еще и наша артиллерия. То есть здесь, наверное, может сломаться психика любого человека. И то, что 31 тысяча людей из этой армии и из частей 52-59 армии, которые же в окружении оказались, 31 759 человек попали в плен. В плен просто так не сдаются, сами понимаете. Для этого должно что-то сломаться в душе. Возможности для выхода были. Просто когда разнеслась, видимо, весть о том, что при выходе наши лупят по нашим, вот многое, видимо, тогда и сломалось. А почему же тогда, раз 31,5 тысяч человек попало в плен, сколько же вышло? Вышло 31 тысяча, из них 19 тысяч раненых, отправленные в тыл. Остальные, почти 35 тысяч под Мясным Бором, которые до сих пор лежали и частично еще продолжают лежать, кого в подавляющем большинстве уже вынесли, 85-90% к этой армии, то есть к окруженцам не принадлежат и в окружении никогда не были. Это цена попыток освободить окруженцев. Руководили этими попытками сначала товарищ Мересков, а потом лично товарищ Василевский некоторое время. И отчасти, может быть, еще роковую роль сыграли в той трагедии, которая разыгралась под Мясным Бором, когда вот 31 тысяча сдалась в плен.
Это когда Мерецков отдал приказ на прекращение встречных атак. То есть, когда было кому выходить и было кого спасать, а он остановил действия войск снаружи. И немцы просто-напросто пустое место, коридорчик, через который они выходили, просто заняли, начали опять расстреливать из пулемета, не чувствуя давления извне. Почему оставили вот эти 35 тысяч убитых? Ну, их может быть несколько больше, но в районе этой цифры. Плюс-минус 800 тысяч человек. Почему их оставили? Да потому что миф об армии генерала Власова, о русской освободительной армии, нужно было чем-то подкреплять. И столь стойкие стереотипы о том, что вот Власов сдал армию, а соответственно это костяк русской освободительной армии, нужно было подкрепить тем, что вот же он сволочь угробил, сколько под Мясным Бором. Их и не поднимали, они лежали там. Нужно было чем-то подтверждать вот этот дурацкий миф. А то, что они окруженцы не были, о том, что они подчиненными этого генерала не были. Это об этом свидетельствуют документы, они есть в архиве, хотя, конечно, не полностью. Очень много документов по этой теме просто-напросто изъято и уничтожено. И ну, только лишь комплексный такой со всех сторон анализ позволяет судить об этом конкретно. Печи поленья поднесли, оладья занесли, трещат морозы на Руси, морозы на Руси. Ах, мама, ты едва жива, не стой на ходу, какая долгая зима в 42-м году. Дымятся снежные холмы, и ночи нет конца. Эвакуированы мы, и нет у нас отца. Забыл я дом арбатский наш, тепло и тишину. Я брал двухцветный карандаш, я рисовал войну. Шли танки красные вперед, под градом красных стрел. Вниз падал черный самолет, и черный танк горел. Людей и снежные зимы не будет никогда. Эвакуированы мы из жизни навсегда. Эвакуированы.